Ну, заточку я уже показывал. Сейчас покажем, как регулируется. Ну, это понятно. Угол. Угол заточки нужно регулировать так. Можно так. А можно регулировать вот так. То есть от такого до такого. Так вообще можно точить ножницы. Так, точим ножницы, выставляем угол, ну там по ножницам, понятно. Вот это вот то же самое. Или когда широкий нож, можем регулировать. Вот, можем так поднять. Длину хода этого можно так. Можно так. Ручки быстро зажимные, красота. Вот это я уже показал. Можно так регулировать, можно так регулировать, можно так. И опять же быстро зажимная ручечка. Так, а вот это вот у нас регулировка, когда длинный нож и закругление делаем. Мы вот это вот двигаем сюда на край, допустим, вот так вот, да? Раз. Это сейчас все без ножа. Вот, а также поймать центр. Поймать центр ножа тоже очень удобно. Вот, в принципе, и все регулировочки.